Добрейшего времени суток, YouTube, с вами Мистер Грин, каточка на хаке. Каточка на хаке. С друзьями. Слушайте, ну, ребят, легендарный бой. Я вот сейчас смотрю. Бартос напротив, без фулки. В таблишке друзьев. У меня на Майдзине тоже друзь. Я что-то не верю, ребят, что стафик. Ну, сейчас с круточками, со стабилочкой, с горелочкой, по классике. А, топ-лайн. Понял. Сергей, какие шансы на победу? Ну, думаю, большие, там, мистер Геймфан. А ты был на стриме, там, где челик сидел, комментировал, и такой... Мэр Геймфан. Я видел, где Толик Бухой сидел, стримил с Эпкой. А, это я тоже видел. Вот это классика. Чтоб ты понимал, был Турич, и там какой-то, блядь, капитан ебаный, ну, комментировал. И он такой сидит и читает ник Толика, такой, мэр гей фан. Мистер гей фан. Ну, я понимаю, блядь, гей, да, гомосексуалист, у него жена и дети есть. Ребята. Но он на полном серьезе, блядь, понимаешь, это читал? То есть он, ну, настолько, блядь, не знает английский язык. Ну, у меня тоже плохо с английским. Ну, блядь, ты ж не называешь его мэр гей фан. МР? Ага, моя фан. Нормально? Вот, это нормально. Это пойдет. Всё, понял. А, там гибридная луна. Или что это такое? В шестой строчке, а за шестой говорилось, и чё? Книжка. Книжка и рефрешер. А, Сатринжа в третий. Ебать, шарик под вышку залетает. Билд, ребят. Стафика, я не верю, что на самом деле у него нет круток, у него панчер. Ну ладно, приток прайма, дефолтный билд. Куколка. Ап куколки в пятую, ап куколки в первую. Все неплохо. Стафика с билдом. А он этот не менял билд. Это аж сет этого салта. А, сет салтухи. Понял. Mm-hmm. Ну там из пяти талантов уже. Да, да, вижу, да. Голубка поставил, смотрю. А дракона нету, что дракона снял? Да, он дракона снял. Тут должен дракон стоять. Стафен выезжает с погреба. Я против Барбоскина, скорее всего, стоял. Блять, что-то... Бессонница сказывается. Например, вот то, что у меня ебаника нет. Не знаю, кто тут виноват, бессонница или луна ебаная, блядь. Это факт. Один в один. Один в один по крепочкам. Тычка поджог надо. Да. Ну я очень много, на самом деле, от крипов получил, но, тем не менее. Мне надо пушить и пытаться давить его вначале. Ну она в меня не попадает, просто с плышом дамажила. Блять, мне надо гнить вард, кстати. По прайму перекачиваю очень сильно, бортался на 200 прайма уже. Ни одного не потерял. Пытался максимально заагрессировать. А что там за хуесос играет на луне, я извиняюсь? Я не знаю, кто это. Не знаю, чё он так просел. По прайму. Отводит крипов, блять. На! Отвел? Звездами в пак. Ну, я ебал, я не хочу на мид. Вообще. Забираю боковых. Теряю крипа. Ты, кстати, знаешь, что там на турке играют? Нет. А должен? Ну, я спросил просто. Нет, не знаю. Когда там, блядь, вас хитил? Неплохой сетляк. Оп, 8, блядь.
Так есть 200 прайма перекачан. Стабильно. Слабоненько вышло, блять, дело. Саша решил забрать лобби. Инвизик. Ну я возьму нахуй. Сейчас, блять, пак залатичу из инвиза. У меня, кстати, луна вроде СС, но это не точно. А, увидел команду. Ну все, блядь. Домашний. Сместишься? Нет. Ну ты видишь моё ебало? Я там же, блядь, лягу. Отдохну. Ладно, бакайся, бакайся, бакайся. Кританула подружка. Что, блядь? Чел не попал? Ну это, блядь, можешь на стриме посмотреть. Что это за хуйня была? Я спрашиваю, ты будешь фулку на турнир собирать? Нет. У меня нет фулки. Так, если фулка, которую я собирал у себя на стриме. С валиком 56 рус. Да, там еще у меня был. Это что такое, блядь? Это что за агрессия от Кирилла? Для чё? А, ну всё, ебать. Получил шарик. Почему я не могу, блядь, одну ебаную игру, блядь, за сутки отыграть нормально, по-человечески, блядь? Блядь, двух крипов уебало шаром. Пофармил лесок. Ну ладно, вард получил. Попало, блядь. А что он делает на сабанике? Ну, если бы ты сейчас не ультанул, он бы нафидел. Можно как-то справиться с вот этим вот, блядь? Да я потом ушат. То есть там на Амазонке, блядь, ебаный пельмень, нахуй. В то же время, блядь, стоит луна, которая мне ебало бьет. А, ну и статик, блядь, поебало выхватывает. Псины, блядь, дикие. Убираю боковых, перекачиваю на 2000 ботлайн. Надо выхилиться. Беру пассивку на волю. Чтобы было больше деф, чтобы не шотнули. Хотя, на самом деле, могут легко шотнуть. Син на ботлайне. Выкачка ебанутая, блядь. Стоит, ждет чего-то. Не знаю чего. Нахуй, блядь. Почему мой лайн игнорирует? Ну просто. Не знаю. Блять, на самом деле, парни, я вот что-то записываю вроде каточку. Я не знаю, что комментировать это катки. Я слишком напряжен. Максимально. Парень порталу поставил, маны на шар нету. Нет, не стал тут сливать, постараюсь. Потратил куклу, но тут не стал сливать. Ничего не выучил. Хорошо.
Ты сможешь мне подроумить? Сейчас нет. Хотя, ну, блядь, типа, если вижен будет, я смогу подроумить. Так, нет, вряд ли. У меня есть два льда. Как тебе такое, блядь, Илон Маск? Амазонка мне, блядь, кредитует под вышкой. Хорошо. Я сейчас там распушу. Ну, там парень на Луне не может кидать через 4 портала. Не докидывает, мой лес. Беру блинк, чтоб сейвиться, если чё. Подпушиваю. Запушить деталом не смогу. Пушиваю крипов. А вампир соло отъехал? Нет, там у загангера. Пушит тавр. Получаю первый штурм. Имею 10 тысяч прайма, перекачиваю всю карту и амазонку на 2,5. Блять, боже, 12-я луна шотнул. 0-3 играю. Как Кирюша. У меня фарма побольше. А, так я амазонку перекачиваю со счетом 0-3. Там ты по 3 дает. Сейчас просто нафидим. О, подкачка пошла. Пошла, блядь, подкачка. Давай, блядь, разбирайся с этими хуесосами. Обакнулся. Ты мне можешь объяснить, как меня даун, блядь, 12 уровня шотнул? Ну, это потому что это луна, Серёж, ты сам знаешь. Играешь на этом герое постоянно. У меня фанат, кстати, может шотнуть. Даже, ну хотя в такой... Не докачи вряд ли, но все равно это очень сильный герой. Не, не пробивает. Ну, я просто бэкнусь, потому что я сейчас перелил. Там, типа, син бежит уже в бот. Но сином не шотнут. На самом деле за фул прокаст. Собственно ну, говоря, интересная игра. Хотя нет, я не буду сливать просто так блинк. Не блинк, точнее, а откат. Бессмысленно. Сейчас закрою криты. Расскажешь, блядь, потом кого-то стрелял. Есть ТПС еще на бот? Нет. Ну, я просто... на базе чаще бываю, чем, блядь, где-либо на карте. Ну зачем ты, блядь, впрыгиваешь? Хотя он её почти шотнул. Сука. Ладно. Сабаника, блядь, хороший, а хуесос крут. 24 хп у амазонки осталось, блядь. Ну я просто ушел. Ну я типа ждал, что шар полетит, ебало, поэтому встал, блядь. А он впрыгнул, когда я начал это. Хорош. А что, блядь? А чё Сашок ДТП ебать, если мимо нас тур-то проходит? Блядь. Ты видел это? Бля, парни, я надеюсь, на видосе это будет просто охуенно. Бартос дает фул... Бартос дает фул раскастик. Я ТП даю вот сюда. Если ты поживешь чуть-чуть. Ну, мы убьем. Сабаника, зачем он со стилем умный килл? Не, я понимаю, что он будет полезный и так далее, но все равно зачем он стилит? Я потратил фул кнопки. Я поп... Ну, типа, я не заставил бы тебя, если бы раньше дал. А, не, хотя бы заставил бы, но не убил бы. Стафик перелил прайм, ладно. ТП дашь, мы отпушим и на кота пойдем. Убьем кота и спушим тавр в миде, у нас перекач будет 10. У меня вампир спушил. Да я вижу. Пока, блядь, у него лайнера нет, немного. Скажи, не выучи. Сейчас выучу. Четвёр ночи. Ну, блядь, валим на сабанике. Хм.
Сколько у тебя до ульты? 30. В Медувард. Была бы кукла, я просто его заточковал бы. Я хуй за отряд ты убью. Не, можно, конечно, попробовать, но типа такое. Не умирать нельзя. А, там луна. Ладно, я бакнулся, пойду лес пофармлю. Я твой пак заберу. Все, что надо, только фармить. Чего, блядь? На дар? Понятно, тут ты. Пытаться кого-то убить, это забейте. Трех я, кстати, не пробью. Он ушел. Хотя, не, он, кстати, в стойкости, то есть, хороших новостей. Не знаю почему, наверное, против вампира. У нас просто три героя, два корови. Ну я, конечно, так, ребят, никогда не давайте подкат, особенно когда вы в перекаче, это зависит игра. Потому что такие подкаты обычно наказываются, и вы проигрываете игру. Надеюсь, не понимаешь, что мне надо заставить крипа на верхушку. Крикрока, блядь, помогает соло-даунов убивать. Пошли мид спушим. Успеешь подойти? Да ладно, забирай. Там на голде. Пятерка есть. Давай дальше. Они сейчас снизу выйдут. Я идеально вард поставил, там видно проход. Хайграунд. Можете дальше поставить. Еще бот сломаем. На пятерке еще нет, не закрывал ни одного таланта. С пятерки. Ебать, он выжил, прикинь. Ну, первая тычка, блядь, тысяча, а нахуй вторая ноль. Гора, блядь, промволд. Вот так, типа, ну, агрессировать можно, но когда нету того же фанатика, который просто шокнет вас. Ну, его не учил. Видел? Не, да я пушу, блядь. Я никогда не смотрю, что происходит. Как чел умирает. Ну, просто парень, блядь, на маске не смог отблинкнуться от шара. Зато у меня, блядь, вардик спиздил. Кстати, можно дракона поставить. Хаку. Полурослик. Толик, Анатолий. Пошли дракона убьем. Хватит, на три верха уже есть. У меня пятерки нет. Что есть? Вард. Не-а. Ну что Саша делает? Ну посмотри, блядь. Луна 20-я на шотнет меня. Хотя нет, не шотнет. Нет, тебя не шотнет. Меня еще может попробовать. Не, у нее выключка какой-то, она через КДВЦ закрылась. Понятно. Мой тиммейт. Ладно. А, я крипанул. Вообще ебанутый, блядь. Кром? Ты что, ебанутый? Он шотит. Ну, мы выиграли тимфайт, типа. Но сейчас лайс стрелять будет. Хорош. Сергей, а зачем ты только что подошел дать задумку, если он и так умирал? Ну, она тебя не шотнула. Ты получил таверхит, и из-за этого ты умер. Что это, блядь? Объяснись. Топ-10 Эгель. Топ-10 Эгель. Ёбнутый. Ты ебанутый? Шар полетел. Блять, не умер, блядь, шар. Ты получил таверхит, из-за таверхита сдох, блядь, как собака, шивая. Барбоскин пытается камбэкнуться. А, у него на 23-м левеле нет, это... Рефрешера. Он кукла выучил.
смысле, блядь, кукла вышла? Кстати, красная кукла зайдет фанатику. Имба ебаная. Ну, понятное дело, она дает мейн стат, а не разум. Как минимум. Как для во-вторых, в третьей строке там, по-моему, есть место. Хотя... Ну, если шариками, то, блядь, я не знаю, а что ты уберешь? У Синджи бежит, блядь, ты не видишь? За Саши пришлось бы пытаться. Нам там угрожают, слышишь, в чате? Фулку выебут. Что за фулка? Не знаю, из бывшего пива. Ну, клан пива, да? Не знаю, что это такое. Ладно, наберешь. Наберу. Ну, сет слишком дисбалансный на заморозку. О, спасибо за подписку. Блять. Да идите нахуй. Я не пробиваю турку. О, сабаника, блядь, вставай. А чем убьем? Шар полетел. Ну, если меня не убьют до этого, блядь, то, конечно. Там амазонка должна быть лоу. Ладно. Может, бэкнемся, типа, ну? Ты видишь моих? Я ТП. Дай на топ. Иди, голду забери, на респаун слетай. Не умирай, блядь. Да, я знаю. Я вижу, как ты знаешь. Ух, ебать, какую я имбу подзакрыл. Классовые. Код второй. У нас перекач огромный, но мы не можем драться, потому что там, к сожалению, луна. Которая вносит. Ну, и один раз сдохнуть, мы будем играть это 15 минут еще. Ну, а тут стоит. Я понимаю, вот что я сделаю. Я типа сейчас вард поставлю до магазина, посмотрю ГП и пушить пойду. Два там син ходят вардики тыкают, там типа возможно есть. Ну, кстати, нормально. Блять, ну у меня вампир ебаный, блять. Просто вампир. Без лишних слов. Ну не знаю, мне стафик специально руинит играл. Он отдыхает. Ну я понимаю, что он отдыхает. Фулочка и рандом — это разные вещи. Велда реснулся. Обнова ставь. Может потом попадем, пока сошок там. Пошли. Я потом еще ебалом. До арсенала. Почему значит... вышка меня пиздить начала? Бэкнис. Понял. На созвоне. Не знаю, что он меня хочет догнать. Под обновой, блядь. Амазонка, кстати, выжила. Я не шотнул. Да мою сторону сломали, это самое главное. Сторона не имеет значения, дракон резнулся. Не, не заебался еще играть. Нормально. А дракон? Вот, показательная катка. Чисто к обзору выйдет на хайку. Что нужно делать, когда у вас перекач? Просто бегаешь, фармишь и сплитпушишь, не умираешь. Я, конечно, умер, но это... Во-первых, команды нету, отсутствие команды. Это не моя ошибка. Во-вторых, ну да, я позиционно проебался, но, блядь, слишком дисбалансный сет. Он слишком много дает. Слишком большое преимущество. Ну, надо вижу на дракона поставить и все. Ну, мы сейчас по вижу находим. Два шара, ебать, его бы нахуй в кого? Тира? Ну, я идеально сейчас сыграл. Я нажал пятерку, но у меня кританул очень много. Ну и Сашка хорош. Ну, светляки. Дойди в упор. Ну, он не докинет, в теории. Ну, а если докинет, это будет пизда.
Я бы тут пушил. А ладно, иди. Я нет. Мне дракона, чтобы закрыть еще надо играть. А, ты дракона не закрыл? Ты шейблан, блядь, против луны? Сергей. Нахуй мне дракон, если мне надо шотать. Понял тебя. Извини, пожалуйста. Надо было, кстати, Оскар закрывать. Ладно. Не стафик. Но он не шотает меня. Хотя он 28-й, он должен шотать уже. Но он не имеет. Хотя у него до верха. Он не должен шотать. Но урона было много. Под рефрешем каким-нибудь он шотнул бы. Вот, в принципе, вся и суть. Таки. У вас вард стоит, скорее всего, здесь. Как там, нормально все? Ну, нормально. Удачная охвата. Скачался. Ну, борта сорта нет. Тут амазонка где-то ко мне шла. Нет, он не топ. У тебя может быть только трех. Ну, сторона. Не, ну и... Ой, сука. Зато дракона не закрыл, его касту по 7 подкачал. Да пошел нахуй. Пидрива, блядь. Мой друг, ребят, Inframe World. Я, кстати, всю катку сел против него в миду, пока вы отдыхали на лайнах. Так я так свой лайн выиграл на 200. На нулевой минуте. Он вообще не высветил крипов. Я 0-3 играл на миду, перекачивал на 500 амазон. Ну, стафик на самом деле, ну, типа, я понимаю, что он рофлит, ему весело, ему круто. Но, по-моему, это, ну, ничуть не круто, когда чел так руинит. Но он может его не то что убить, помешать ему. Ладно. Типа, чел ломает. Нормально. У меня пробил уже 180. Там код третий есть. Сейчас заберу. Ой, сука. Если он луну убьет, мы выиграли. Его с... Я ему оставил специальный глиф. Толик 2.12. Слушай, ну статы мне мои нравятся. Хоть и под тремя котами, сейчас покажу. Сейчас, парня, заберу. Получается 400 стата и почти 185 пробива. Хотя если поменять туда талич... 9 секунд, вот это самое бить, на самом деле. А ладно, похуй, я взял инвиз. Что, сторону сломаем? Подло, на самом деле, против луны. Вот, такая, ребят, была карточка на хаке. Надеюсь, она вам понравилась. Как, блядь, я подзапотел. Урона внес больше, чем свой собственный мидер. А, у нас лесная маска придамажила всех. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Twitch, на YouTube, на второй YouTube. С вами был, как всегда, я, Мистер Грин. До скорого.